Привет, я Леонид Парфенов, и это не из отпуска после сезона на Парфеноне. Привет. Индивидуальный медийный комбинатик отпуска не знает, только приключения с проекта на проект. И здесь я занят томом на Медне 1921-1930, но не о нем речь, а о том, что сегодня на Парфеноне официальная YouTube-премьера проекта «Глаз Божий». Он прежде не выкладывался в интернете в профессиональном качестве, что, конечно, упущение для фильмов, посвященных созданию художественных коллекций. Проект «Глаз Божий» в двух фильмах 2 года и делался к столетию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в 2012 году, но задача была шире, сугубо датской, юбилейной, сказать о нас, русских, как о европейцах. Без этого не понять коллекционерских подвигов Ивана Цветаева, Ивана Морозова, Сергея Щукина, меценатства Юрия Нечаева-Мальцова, более чем 70-летнего служения музею Ирины Александровны Антоновой. Вот по взгляду на мир, по представлениям о красоте, по глазу, который Бог дал, вот глаз Божий, поэтому европейцы, не только, конечно, поэтому, я сейчас про тему фильма говорю, для нас в студии на Медне проект «Глаз Божий» был предельным опытом докудрамы, так называемой. 28 ролей конкретных действующих лиц с именами и фамилиями. Ни прежде мы так не снимали, ни впредь так не будем. Это действительно предельный опыт. Докудрама предполагает, что вот идет документальное повествование, та-та-та-та-та-та-та-та-та, и в октябре 1907 года Матисс привел Щукина к Пикассо. Тут смысловое двоеточие, и вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, входит и происходит знакомство, которое судьбоносно для мирового искусства, для коллекции Эрмитажа и Пушкинского музея, для нас всех, кто эти картины видел. Ну а как иначе, если зритель не увидит воочию, как иначе передать такое ключевое событие? И я очень признателен большим русским актерам, которые поддавались на мои уговоры участвовать в неочевидном для них вроде бы деле. Ни один из тех, кого приглашал, ни один не отказался. Эти эпизоды, они игровые, но на документальной основе, потому что Марина Ивановна Цветаева, великая поэтесса, оставила подробные очерки о своем отце Иване Цветаеве, основателе Музея изобразительных искусств, о том, как он создавал этот музей. Сергей Щукин писал о своей коллекции сам, и много мемуаров тех, кто приходили на экскурсии в его дом, которые проводил хозяин. Опубликованы целые тома переписки Ивана Цветаева и Юрия Нечаева-Мальцова, основного спонсора, выражаясь нынешним языком, будущего Музея изобразительных искусств. Архив Ивана Морозова сохранился очень подробно, там до последнего листка, так что ничего не выдумано. Да такое не выдумаешь, не выдумать телеграмму Щукина с полдороги из Варшавы Матиссу. Отправляйте в Москву панно «Танец и музыка», подробности письмом, и само это письмо, что пусть ругают, плюют, но уверен, время покажет, мы правы, и время показало. Я очень признателен моим коллегам, моим соавторам, режиссерам-постановщикам Сергею Нурмамедову и Ивану Скворцову, оператору-постановщику Владимиру Каптуру. Для них это прежде всего был предельный опыт докудрамы, потому что в жанре этом от меня шло доку, от меня и от специалистов Натальи Семеновой, Алексея Петухова, которые работали над сценарными материалами. А вот драму экранную должны были создавать они, труженики экранных профессий. Одновременно с нами фильм публикует Пушкинский музей, правообладатель фильма. Важно, что вы можете смотреть русский оригинал фильма и включать или выключать английские, французские субтитры. Там в описании все объясняется. Итак, сегодня «Глаз Божий», фильм первый. Через неделю фильм второй. Приятного вам просмотра. Счастливо. Thank you.
почему русский европеец, а Москва Европа? А потому, что они видят прекрасным. 100 лет назад поповский сын Иван Цветаев, сетуя: «Несчастная мы страна, у нас своей античности нет», собрал самую древнюю красоту, от которой все пошло. А купеческие сыновья Сергей Щукин и Иван Морозов собрали самую новую красоту, к которой все пришло. И они сами, и поклонники этих собраний твердили: «Да, мы европейцы». «Да, это наше». И 100 лет 50 уйдут на непонимание, гонения и запреты, которые обернутся зрительскими очередями, признанием классикой, рекордными ценами и москультовской модой. Ну, мировоззрение такое. На мир зрение было им, нам дано. Москва уже 200 лет как не столица. В официальном Петербурге цари и аристократия коллекционируют большое искусство. В Москве оно впервые в России не дворянская страсть. Частный бизнес собирает частные галереи. А профессор здешнего университета Иван Цветаев, не имея своих средств, на чужие деньги затеял строить эдакий «Московский Эрмитаж». Мировой музей изящных искусств. Капиталы покойного супруга, господин профессор, я решила поделить пополам. Пожертвовать на храм и завещать племяннику. Ибо своих детей нам Господь не дал. Благодарствую, матушка. Музейный зал имени покойного супруга вашего. Вот бы как надо увековечить светлую память усопшего. А? Милостивый государь Иван Владимирович, я уже как-то свыклась. На храм и племяннику. А музей, матушка, то храм наук и искусства. И всем радость и польза будет. А что племянник? Племянник он все равно промотает. Пропьет и в карты спустит. В карты спустит. Покойный супруг-то ваш, думаю, капитал по полтиннику собирал. Вот племянник пусть уж сам наработает. А? Профессор Цветаев в Московском университете преподает историю искусств. И новый музей поначалу замышляет учебным. Чтоб из зала в зал античность, средневековье, возрождение. Но шедевров этих времен в мире уже не купишь. Значит, везде закажем слепки, и будет у нас разом все лучшее под одной крышей. С оригиналов великих скульптур в Риме, Флоренции, Лондоне, Париже, Афинах сделаны формы, заливаемые гипсом.
Кроме того, что появился электрический, ну, скажем так, миксер, технология изготовления слепков с цветаевских времен не изменилась. Сейчас для примера делается небольшой бюст, а Цветаев по всей Европе заказывал слепки гигантских статуй, целых памятников, а еще колонн, ворот, балконов, гробниц. Поверхность гипса тонировали под мрамор, бронзу, дерево, чтоб точь-в-точь. А оригинал там? Вот, оригинал находится. Это оригинал, а гипсовый слепок – это не копия, а буквальное механическое воспроизведение, которое обходится без участия копииста-соавтора. Лучшими коллекциями слепков считаются германские. Альбертинум в Дрездене – просто образцовый музей. Стремясь превзойти даже его, Цветаев по-немецки методично прорабатывает всю Европу. Возле самого Дрездена есть городок Фрайберг. Совсем небольшой, но у здешнего собора уникальный портал. Непременно надо его слепок в Москву. Как раз в то время, когда Цветаев заказывает здесь слепок, оригинальный портал Фрайбергского собора закрывают от непогоды этой пристройкой. Есть что беречь, укрывать. Величественные, роскошные и изящные золотые ворота 13 века. Вообще, церковных порталов Цветаев в Европе закажет несколько. И еще в Германии, и во Франции, и в Италии. Но эти фрайбергские ворота, они не в зале своей эпохи будут стоять, а войдут в цветаевскую сборную шедевров всех времен и народов в самом эффектном зале музея. Конечно, слепок огромного сооружения делали по частям. Потом их соединяли, красили белый гипс в тон оригинала. И каждый такой экспонат – личные хлопоты Цветаева, отца-основателя. Ткацкая промышленность – самая быстрорастущая отрасль первого русского капитализма. А текстильные короли, может, от привычки подолгу смотреть на рисунки тканей, трепетно относятся к живописи. Предельный магнат Павел Третьяков с середины 19 века покупал картины русских художников, выстроил галерею и подарил ее Москве. А теперь совладелец ситцевых мануфактур Иван Морозов и торговец тканями Сергей Щукин собирают самые изощренные коллекции нового искусства, никем еще не признанного. У московских миллионеров очень своенравный вкус, а застенчивого заику Щукина радикальное искусство будто лечит. И он еще подзадоривает собственную смелость. Картину надо покупать, если она вызывает шок. «Фрукты и бронза» работы Анри Матисса из собрания Ивана Морозова хранятся в основанном Иваном Цветаевым музее изящных изобразительных искусств. А в Третьяковской галерее, получается, есть копия половины
этого натюрморта работы Валентина Серова. Ведущий русский портретист того времени написал Ивана Морозова, сидящим на фоне этой картины. Пожалуй, можно и посмотреть теперь. Вот ведь вы какой, Валентин Саныч. Ну кто бы, кроме вас, в свою картину вписал столько чужой? И Матисс у вас, пожалуй, лучше, чем у самого Матисса. Мне, Ванри, может, не все понятно, но это его картина из ярчайших вашей коллекции. А я вас коллекционером вижу. А еще модным депутатом и свежим банкиром. Об одном осмелюсь попросить вас, Валентин Саныч. Усильте блеск кольца. Пусть потом знают, что женился поздно и жену любил. Несколько десятилетий подряд Париж обновляет мировое искусство. Начав покупать французов, московские дебютанты, не сговариваясь, выбрали себе похожие друг на друга картины модных импрессионистов. Теперь этот оперный проезд размножен на тысячах и тысячах открытках и постерах. Он теперь один из символов Парижа. А первым его таким увидел московский купец. Вот какой у него был глаз! И уже из Москвы прослывет полотно на весь мир. Нынешним-то купцам легко торговать вековой славой. И номер в гостинице «Лувр», где писался этот городской пейзаж, называется «Люкс Писсаро». И за эти окна с видом на картину Щукина постояльцы доплачивают отдельно. Вот, пожалуйста. Волшебная сила искусства. Полное название – оперный проезд «Эффект снега». Очень подходящее, чтобы поймать миг такого редкого в Париже полета снежинок. Иван Морозов покупает свою картину-сувенир из великого города. Бульвар Капуцинок Клода Моне. Это сейчас общепризнанные шедевры и само воплощение эпохи, а когда-то критики возмущались. Вот что это за черные мазки внизу? Как что? Это прохожие. Что? Я так выгляжу, проходя по бульвару Капуцинок? Ну что ты будешь с такой логикой делать? Морозов, правда, никого не слушал, доверял только своему вкусу. А Щукин был способен купить картину даже вопреки своему вкусу, если доверял художнику. Есть фотосъемка развески картин в Щукинском доме. Импрессионисты занимали самую большую комнату. Она именовалась музыкальным салоном. Клод Моне создал сам метод
вот чайки. Это же предел их живописи. Чистый воздух. Воздух. Колымажный переулок. Потому что был здесь когда-то царский колымажный двор. И стояли на нем колымаги. Повозки, значит. Этот бывший государев гужевой паркинг оставался единственным в центре Москвы незастроенным местом. Его профессору Ивану Цветаеву для Музея изящных искусств Московская городская дума предоставляет бесплатно. Непреложное правило. Российский частный капитал даже самую благую частную инициативу поддержит охотнее, если знает, к проекту благосклонно относится первое лицо государства. 12 марта 1898 года Иван Цветаев представляет проект Московского музея изящных искусств в Петербурге, в Зимнем дворце, императору Николаю II. Из-за размеров представляемых материалов доклад назначен в царской бильярдной. В греческом стиле. Узкие галереи с верхним освещением. Господа, государь, пожалуй, сию минуту. Могу сказать, что министр финансов изъявил согласие на пособие музею отказанное. Профессор Иван Владимирович Цветаев. Добрый день, многоуважаемый Иван Владимирович. Добрый день, Ваше Величество. Благодарю вас за любезно предоставленную аудиенцию. Спасибо. Архитектор Роман Иванович Клейн. Здравствуйте, господин архитектор. Добрый день, Ваше Величество. Ну что, покажите мне все, начиная с фасада. Пожалуйста. И на каком удалении будет музей от Московского университета? Музей соседствует с храмом Спасителя, Ваше Величество. Таким образом, от Московского университета музей стоит буквально в 15 минутах ходьбы. И еще, Ваше Величество, купеческая вдова Алексеева завещала на музей 150 тысяч с условием, что называться он будет именем императора Александра III, вашего батюшки. Соблаговолите ли вы выразить свое отношение к всему? Одобряю, Иван Владимирович, я одобряю. На музей имени своего родителя государь даст из казны 200 тысяч рублей. А всего надо 3 миллиона. Но аудиенция имеет большой резонанс, и расчет Цветаева оправдается. Музей, частную инициативу профессора будут считать царским делом. Ну что ж, ионическая колоннада фасада очень мне нравится. Но окна лишь в первом этаже. Как будет освещаться второй этаж? Освещение через стекло в потолках, Ваше Величество. А вы видели в только что мною открытом Русском музее императора Александра III такое освещение? Через потолки в двух больших залах? Да, Ваше Величество. Совершенно как в лучших музеях Европы, Ваше Величество. Ну что ж, мне нравится. Ну, коли средства на камень вам предоставляет господин Нечаев-Мальцов, то стеклянную крышу, я думаю, ему тем более есть из чего сделать. Да, мне нравится. Промышленник и меценат, стекольный король Юрий Нечаев-Мальцов подарил России музей изящных искусств. Из 3 миллионов потраченных рублей 2 миллиона – его. Копия гигантской мозаики Венецианского собора Святого Марка – первое нечаевское пожертвование. А еще колоссальные поставки мрамора и гранита с Урала, из Венгрии, Бельгии, Норвегии, работа итальянских камнетесов, почти все капитальное строительство.
Даже праздник закладки музея Нечаев-Мальцов сам устраивал. Для своей усадьбы в деревне Полибино нынешней Липецкой области Нечаев-Мальцов покупает этот гиперболоид инженера Шухова. Бак емкостью 6500 ведер орошает колоссальные сады поместья. Но как стекольного короля России Нечаева-Мальцова, конечно, особенно интересуют эти стальные ажурные конструкции, застекленные. Чудо-башню великий инженер Владимир Шухов построил для Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. После покупки красавицу разобрали, привезли в имение Полибино, снова собрали. Так 115 лет и стоит. От Шухова стеклянные своды в Москве получат верхние торговые ряды, нынешний ГУМ, Петровский пассаж, главпочтамт, непобитый мировой рекорд, застекленный дебаркадер нынешнего Киевского вокзала, 230 метров в длину. Исполинские стеклянные конструкции крыши Музея изящных искусств. Памятник шуховскому инженерному гению. Хоть и сюда экскурсии води. Если свет падает сверху, он лучше выявляет объем скульптур. В 1912 году, когда музей открылся, в нем вообще не было электричества. Работал только при дневном свете до 4 или даже до 3 часов. Богатейший Иван Морозов в крышу своего дома по-шуховски врезал стеклянный фонарь. И льется сверху свет на панно Мариса Дени «История Психеи». Вот. Ведь когда электрический свет, то почти истошные цвета. А с дневным какая мягкая гамма. Свои прижизненные дома-музеи великие коллекционеры обустроили, будто кураторы выставки. Сергей Щукин картины новейших течений развесил иконостасами. Ярче всех вышла столовая с Полем Гогеном и гостиная с любимцем Анри Матиссом. Благоуханная оранжерея, ароматная, иногда ядовитая, но всегда полная прекрасных орхидей. Щукин познакомился с Матиссом, когда тот слыл в Париже лидером диких художников. Восхитился, стал покупать и покупать, привел к дикарю Морозова, а сам пошел с Матиссом еще дальше. Неревнивый Матисс сводит Щукина со своим единственным конкурентом в коллекции московского купца. Thank you.
Пато Лавуар. Плавучая прачечная. Так 100 с лишним лет назад назывались баржи на Сене, на которых стирали белье. Бато-Лавуар – название этого барака здесь, на склоне холма Монмартр. Деревянная постройка сгорела, но каменное здание более-менее повторяет объем. Вот, баржа. Баржу населяла молодая нищая богема. Многие квартиранты потом прославятся, а больше всех – испанец Пабло Руис Пикассо, который станет французским художником Пабло Пикассо. Он прожил в этой общаге 5 лет, с 904 по 909. В бараке Барже обитало 30-40 постояльцев. Пикассо в каморке-мастерской жил со своей тогдашней возлюбленной Фернандой Оливье, дворнягой Фрикой и безымянной ручной крысой. В эту обитель Матисс в октябре 1908 года приводит Щукина. Добрый день, Фернанда. Добрый день, Пабло. Я рад, что могу вас познакомить. Месье Щукин. Пабло. Серж. Привет, ты как? Это Фрика, не бойтесь. Я ее обычно привязываю. А вот ее... я люблю больше всех. Посмотрите, а? Оля. Вот так. Это песенка Брияна? Да. А, узнал мелодию? Я вижу, ты много работал. Да, много работал. Как здоровье? Нормально. Фернанда, какая ты красивая. Ой, да ладно тебе. У Пикассо раньше бывали периоды и поспокойнее. Видишь, как красиво получилось? Но Щукин первый для своей коллекции купит свежую и радикальную даму с веером. Теперь ее называют классикой кубизма. Простите. Я могу попросить воды? Я схожу к фонтанчику. Бато-Лавуар и тогда стоял, и сейчас стоит питьевой фонтанчик Уоллеса. Был такой благодетель, который в 1870-х годах по всему Парижу расставил пункты разлива бесплатной воды. Вот это да, купеческий вкус. Финтифлюшек много, красивые женские фигуры, материал солидный, чугун, цвет глазу приятный, темно-зеленый. И народу понятно зачем. Подошел, попил, полюбовался, дальше пошел. А какое искусство здесь создавал этот Пикассо? И ведь понимал же Щукин, что ну никак не вяжется со всей остальной его коллекцией кубическая женщина с веером. А такой занозой она ему застряла, не мог не купить. Привезенная в Москву дама с веером враждовала в доме Щукина с любым окружением. И поначалу место ей нашлось только в коридоре.
смотришь, и будто битого стекла в рот набрал. Зато по сравнению с ней другие картины будто сделаны из воды. Пикассо ни с кем вместе висеть не может. Для него заведена отдельная комната. Только полотен года их знакомства, 1908-го, Щукин купит 20. Даже в просторном зале Эрмитажа только часть щукинского собрания Пикассо выглядит, ну, очень насыщенным. А у самого Щукина от высоты стула до потолка в 2 и даже в 3 яруса висела 51 работа Пикассо в комнате 25 квадратных метров. Кубизма больше всего. Это называют кошмаром, саморазложением искусства, толченым стеклом. Длинные острые линии, изломы, сплошные углы. У людей будто одни локти торчат. Тесная изба, наполненная пауками. Вот что говорят русские люди про зал Пикассо в доме Сергея Ивановича Щукина. Свой будущий учебный «Музей изящных искусств» профессор Иван Цветаев представляет так. 2000 гипсовых слепков стоят как наглядная энциклопедия мировой скульптуры. Но еще до открытия и живопись в коллекцию приходит, и оригиналы древности. В 1909 году для музея казна покупает роскошное египетское собрание промышленника Владимира Голенищева. Всякими талантами блистал предпринимательский класс первого русского капитализма. Владелец Самсоньевской мануфактуры в Петербурге Владимир Семенович Голенищев был египтологом такой квалификации, что любой папирус читал, что называется, с листа. Имея огромные капиталы, собрал крупнейшую и ценнейшую частную коллекцию египетских древностей – 6000 экспонатов. Для Московского музея изящных искусств Голенищевское собрание покупают специальным законом Государственной Думы. Депутат-большевик по фамилии Сурков от имени фракции настаивает на бесплатном входе в музей по праздничным дням, чтобы и пролетариат мог увидеть это чудо. Косметическая ложечка 14 века до нашей эры из слоновой кости и черного дерева. Девушка, плывущая с цветком розового лотоса в руках. Когда здание музея уже возвели и 2 года занимались отделкой, вспыхнул пожар. Ночью. На стройке никого не было. Примчался архитектор Клейн, руководил тушением, спас фасад, но в огне погибли 175 ящиков со слепками из Лувра, Британского музея, из Берлина и Мюнхена. Убытки оплатил тоже Нечаев-Мальцов. Русский частный капитал тогда очень щедро тратился на искусство. Будто знал, как тысячи и тысячи кратно подорожает оно через 100 лет. Дюно, Северный вокзал Парижа.
В начале 20 века экспресс из Москвы идет сюда трое суток. И Иван Морозов, и Сергей Щукин приезжали сюда минимум два раза в год. На весенний и на осенний художественные салоны. Гранд-отель на площади Опера. Здесь всегда в Париже останавливаются и Щукин, и Морозов. Но Иван Морозов с вокзала прямо в отель не едет. Морозов, с виду невозмутимый добряк-толстяк, был до того нетерпелив, что, отправив багаж в отель, сам прямиком с Северного вокзала ехал в галереи, благо улица Лафит по дороге. На улице Лафит сейчас, ну, ничего особенного. А когда-то здесь были сплошные лавки маршанов, то есть торговцев картинами. Художники потому и поселились на Монмартре, что оттуда до продавцов вон рукой подать, только с горочки спуститься. Непременный адрес для Щукина и Морозова. Здесь лавка Амбруаза Валларов. В ней устраивались самые первые персональные выставки-продажи Ван Гога, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо. У современников они успехом не пользуются, ну так тем лучше для русских коллекционеров. А у потомков Амбруаз Валлар, конечно, самый знаменитый парижский галерист. Это для месье Морозова. Поезд уже пришел. Кем Валлар торговал, тот Валлара рисовал. Портрет работы Ренуара. Валлар в костюме Тореадора. Ренуара же портрет. Валлар со статуэткой. Портрет Валлара. Работы Пикассо. Шедевр аналитического кубизма в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Будто разъято, препарировано лицо торговца из коллекции Ивана Морозова. О, бонжур, месье Морозов. Бонжур, мэтр Валлар. Ну как доехали, как дорога? Дорога как дорога, доехал как обычно. Давайте за дело. Вот ведь специально так низко усаживает шельмец, чтобы вставать труднее. Простите? И кресло ваше, говорю, как всегда. Очень удобное. Чудно. В осенний приезд 1908 года Морозов покупает. Гоген. Кафе Варли. Гоген. Женщина, держащая плод. Пикассо. Арлекин и его подружка. Ренуар. Простите. Девушка с веером. Ван Гог. The Night Cafe.
Ван Гог. Хижины. И это только шедевры, известные миллионам людей по репродукциям. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, месье Морозов. До свидания, большое спасибо. Русский, который не торгуется. Вот так. Вот так. Ради полноты своей огромной методичной коллекции Иван Морозов, очевидно, пересмотрел все изобразительное искусство рубежа веков. Он и приезжал в Париж десятки раз, и картины здесь покупал десятками. К вечеру этой работе, этой страсти, отдано столько сил, что уже не хочется идти из Гранд-отеля в Гранд-опера. Французы изумляются. Месье Морозов настолько утомлен, что отказывается от театра. Неслыханное тогда самоотречение для богатейшего буржуа. А мсье Морозов в своем номере Гранд-отеля подводил итоги рабочего дня. Список картин, которые будут доставлены во вторник, 8 октября, от Валара. Сезанн, натюрморт апельсины, 20 тысяч франков. Сезанн, пейзаж, 10 тысяч франков. Набросок по памяти пейзажа своего любимого поля Сезанна – это картина «Равнина у горы Святой Виктории». Гоген, 10 тысяч. Три картины Луи Вальта и одна Андре де Рена по 1000 франков каждая. Итого по первой странице 44 тысячи франков. По 2,6 за рубль. 17 тысяч рублей. Одна страница за 1/8 октября. А тогда Русский музей в Петербурге имел годовой бюджет на современное искусство 15 тысяч. Морозов и вправду не торговался, но все учитывал. Его бухгалтерия до последнего листочка в отделе рукописей Государственного музея изобразительных искусств. На 278 французских картин и 23 скульптуры Иван Морозов потратил в общей сложности 1 410 665 франков, что по тогдашнему курсу несколько более 500 000 рублей. Столетней давности суммы нам ничего не говорят, но ясно, что два московских купца – это лучшие инвесторы в истории мирового искусства. Вот расписка о покупке Иваном Морозовым в 1913 году девочки на шаре за 16 тысяч франков. Сейчас эта картина стоит где-то 200 миллионов долларов. Вообще, по оценке аукционного дома «Сотбис», вся коллекция Ивана Морозова сегодня – это 5 миллиардов долларов. А Сергея Щукина – 8,5 миллиардов долларов. Цветаев на свое детище соберет по тогдашним ценам вдвое-втрое больше бюджетов Щукина и Морозова вместе взятых. Спонсорство гибкое, принимались взносы на целые именные залы и на отдельные экспонаты. Римский зал оплатили князья Юсуповы, а копия пергамского алтаря сделана за счет знаменитого архитектора Федора Шехтеля.
Тандем Ивана Цветаева и главного жертвователя на музей Юрия Нечаева-Мальцова называли «Цветаев-Мальцов». Еще шабли, любезный Иван Владимирович. Помилуйте, Юрий Степанович. Вы ведь знаете, я совсем не гурман, так что с меня и прежнего довольно. Эх, Юрий Степанович. Тогда уж и музейные счета, коли так. Музейные. Вот пусть бы государь и платил, коли имени его родителя музей. Тогда уж еще шабли. Благодарю. И еще просьба, любезный Иван Владимирович. Да вы меня разорите, любезный Иван Владимирович. Счета – это рок и долг. А в просьбах я отказываю. А вы знаете, любезный Иван Владимирович, это ведь лучший год шабли. Чем лишнюю бутылку заказывать? Заказать бы лишнюю раму для музея, сетует Цветаев на гастрономические пристрастия Нечаева-Мальцова. Сам профессор на своих накладных расходах экономит нещадно. Как и Щёкин с Морозовым, Цветаев регулярно приезжает во Францию. Слепки с музейных шедевров – это прежде всего работа в Лувре. А еще из Парижа профессор выезжает в города Шарт, Амьен, Реймс с их богатыми скульптурой-соборами. В Дижоне, столице Бургундии, Цветаева интересует надгробие бургундских герцогов и в местном монастыре Шанмоль – колодец пророков. Его еще называют «колодец Моисея» по самой выразительной из фигур. Слепок с бесподобного ансамбля заказывают для Московского музея. Он в нынешнем 26-м зале средневекового искусства. Почтенный профессор бережливо ездит в вагонах третьего класса, ночует во внеразрядных гостиницах, зато ему доступна высшая для него роскошь – выбирать шедевры для своего музея. Не заимевший барских привычек Иван Цветаев – сын деревенского священника. Выучился на медные гроши, много работал в Европе. Зная по себе, как труден такой путь, хотел облегчить его для способной молодежи из тысяч сел, подобных его родному Дроздову, близ города Шуи, в нынешней Ивановской области. Все, что осталось от деревни Дроздова. Полуразрушенная церковь Воскресения Христова, в которой служил отец Ивана Цветаева, священник Владимир Цветаев. Иван Попович. Совсем неподходящее происхождение для коллекционера античной скульптуры. На строгий православный взгляд, что это? Собирать языческих идолов.
Теперь уже и не поймешь, как здешний уроженец чувствовал себя и сыном этих мест, и европейцем. И хотел, чтобы следующее поколение Иванов такими себя чувствовали. В Москве Цветаевы жили в деревянном особняке в Трехпрудном переулке. И первым посетителем музея оказался цветаевский истопник Алексей. Он упросил барина поглядеть, что это за заведение музея. О! Вот так заведение музея, как палаты, аж робеешь. Ничего, ничего, Алексей, не робей. Идем. И вправду храм ведь, идем, идем. Ну все, Алексей, все, дальше ничего страшного. Ой, Господи, ну что ты, Алексей, прям как с придурью. Нельзя же так всего дичиться. Вы хоть, Иван Владимирович, большой человек, и ордена, и профессор, только царь ни по что в эту вашу музею не придете. И ни один поп енту вашу музею не осветить. Все. Ступай домой. Слушаюсь. Я работать пойду. В частном доме все решает вкус хозяина. Сергей Щукин заказывает Анри Матиссу огромное панно. Танец будто подхватывает и возносит по лестнице с первого этажа на второй, а наверху музыка умиротворяет после подъема. Прежде чем отправить панно в Москву, Матисс выставляет их на парижском осеннем салоне. Щукин приезжает в Париж 1 ноября 2010 года на последней неделе работы осеннего художественного салона здесь, в Гранд-Пале. Мнение критики уже сложилось. Панно Матисса все считают чудовищным провалом, на танец карикатуры в газетах. Как бы упрощение живописи, которое сделало ее яснее и ярче, в танце и музыке у Матисса самое дерзкое. Всеобщий приговор – это конец искусства. Единственный раз Щукин дрогнул. От двух панно Матисса он отказывается, покупает другие, нарядно-салонные, как у Морозова, и уезжает в Москву. В вагоне Щукин не спит двое суток. У Матисса тоже бессонница. После щукинского отказа у него трясутся руки. Профессиональное увечье для художника. В Варшаве у московского поезда большая остановка. Смена европейской колеи на русскую. И Щукин посылает Матиссу телеграмму. Поразмыслив в дороге, я решил взять ваше панно. Прошу послать танец и музыку скорым поездом. Дружески, Серж Щукин.
подробности письма. Я устыдился своей слабости и недостатка смелости. Будут кричать, смеяться, но время сделается моим союзником. И я одержу победу. Дружески, Серж Щукин. Эту покупку назовут коллекционерским подвигом. Теперь в Эрмитаже танец занимает целую стену. Одно из во всех смыслах крупнейших и ценнейших произведений мирового искусства. Его бы не было, если б не заказ для площадки между первым и вторым этажом довольно скромной внутренней лестницы. Вот что это был за дом и что это был за хозяин-заказчик? Русский дом, русский хозяин. Московских купцов Морозова и Щукина в Париже начинаются новые цены на современное искусство. Пикассо с русских денег переезжает из барака на Монмартре. В 10-е годы у него буржуазная квартира в другом знаменитом районе – Монпарнасе. Здесь знакомство на всю жизнь с еще одним его ярым поклонником и пропагандистом из России – литератором Ильей Эренбургом, тогда эмигрантом, потом советским классиком. Любимое кафе тогдашней монпарнасской богемы – «Ротонда», близ нынешней площади Пикассо. Эренбург здесь все смеется над французами, которые считают, что если русский богатый, то значит точно аристократ. И у Пикассо потому хорошо пошли дела, что его картины покупает русский князь Шукен. Щукин, то есть. Хорошенькое дело. Князь-купец. Сам Пикассо поначалу считал Щукина богатым ортодоксальным евреем. Ну, такой богобоязненный. Не курит, вина не пьет, мясо не ест. Для разгульных посетителей ротонды это все было особенно дико. Пикассо на своего странного покупателя нарисовал довольно злую карикатуру. И еще фамилию переврал. Но Щукин никто из французов произнести не мог. На самом деле и Щукин, и Морозов из старообрядцев с их редкой для русских энергией и предприимчивостью. Щукины – разбогатевшие лавочники из Боровска, Калужской губернии, а основатель династии Морозовых был и вовсе крепостным. Морозовы любили ветхозаветные имена, и кроме великого коллекционера Ивана Абрамовича, в роду у них и Давид Абрамович, и Абрам Абрамович. Морозовские казармы в Твери. Рабочий городок при огромной текстильной мануфактуре. Общежития, квартиры семейных, больница, школы, банк, народный театр и даже обсерватория. Получив образование в Швейцарии, в Цюрихском политехе, Иван Морозов приезжает сюда, в Тверь, ну, как по распределению, на собственное предприятие. 5 лет директорствует Иван Морозов на Морозовской мануфактуре. Народный театр, например, здесь построили при нем. И только после этого переезжает в Москву. Исправно текут отсюда капиталы, отлажено производство, которым уже не надо больше руководить на месте. Это и даст Морозову и средства, и досуг собирать роскошную художественную коллекцию. В
Москве же Морозовские – лучшие особняки-дворцы. У самого Ивана Абрамовича на Пречистенке – Академия художеств. Неоготика его кузена Савы на Спиридоновке – дом приемов МИДа. Мавританский замок старшего брата Арсения был советским домом дружбы с заграницей, сейчас дом приемов правительства. А в усадьбе младшего брата Михаила на Смоленском бульваре квартирует банк. С морозовских и щукинских денег Анри Матисс тоже стал владельцем усадьбы в пригороде Парижа. Что здесь написано «Панно танец», указывается особо. Усадьбу в стиле Мюлино семья Матисса поначалу снимала за 3000 франков в год. Но Щукин за танец и музыку заплатил 27 тысяч, и усадьбу решили купить. Здесь первый платеж был 25 тысяч, всего она стоила 68. Но Щукин каждый год Матисса по многу покупал, и Морозов тоже. За один марокканский триптих заплатил 24 тысячи франков. Вот, с двух московских заказчиков и набралось. Здесь же Матисс приступил было к портрету Щукина, но сделал только этот большой рисунок углем. Смотрите сюда. Простите. Voilà. Ну вот. C'est fini. Готово. C'est à peu près ça. Примерно так. Oh, c'est ça. Venez voir. Готово, да? Ну и каким же вы меня видите? Очень остро схвачено. Очень остро. Спасибо. Ну какой же я монгол? Pardon? Простите? Я говорю, вы подчеркнули во мне все азиатское. И правильно. Анри, вы знаете Средиземноморье, Север Африки, но вы совсем не знаете Азии. Нет. Вам нужно поехать в Москву. В Москву, потому что Москва – это Азия. Ну, я согласен. Ну, да хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Да прошу вас, не за что. В конце 1911 года Матисс гостит в Москве 3 недели. Живет в щукинском доме, переразвешивает свои работы, обсуждает с хозяином новые заказы. Москва поражает Матисса иконами. Он смотрит их в Третьяковской галерее, в храмах, у коллекционеров. Какой густой цвет! Алый, синий, золотой! Как свободно обходились древнерусские художники с объемом и перспективой! В щукинской гостиной, сидя подле своей дамы в зеленом, Матисс дает интервью газете «Утро России». Последние 10 лет моей жизни я искал то, что русские художники открыли еще в 14 веке. Иконы – интереснейший образец живописи. Как бы наивный, но в то же время это гениальная простота и невероятная ясность. Русские даже не подозревают, какими сокровищами они владеют. Матисс в Москве, когда уже готов, музей изящных искусств. В том числе зал, на который дал денег Михаил Морозов, младший брат Ивана Абрамовича. К Щукину Цветаев тоже обращался, но тот отказал. Мол, я сосредоточен на своей галерее, которая уже завещана Москве. 31 мая
по старому стилю. 1912 года император Николай II открывает в Москве Музей изящных искусств имени Александра III. С государем прибыли его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, и его дочери, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Юрий Степанович Нечаев-Мальцов за свои пожертвования на музей получает от царя орден Белого Орла. Иван Владимирович Цветаев назначен первым директором музея. Экскурсия двух их величеств и четырех их высочеств по залам не запечатлена. В помещениях тогда почти не снимали. Царским дочерям в 1912 году от 11 лет до 17 – самый возраст для образовательных экскурсий. Проходить курс наук, проходя по залам. Доступный 100 лет назад музейный интерактив. Формируя экспозицию, Иван Цветаев объяснял, на нас, русских, надобно сначала воздействовать предметами большими и цельными, чтобы уж один раз увидел, не забудешь, даже если название не усвоил. Ради этого Цветаев идет на смелый коллаж, можно сказать, дайджест. Знаменитый итальянский дворик при Цветаеве – зал христианского искусства. Здесь разом Падуя, Венеция, там Бельгия, Флоренция, Франция, здесь Австрия, здесь Германия, там даже Румыния. Все обступает тебя со всех сторон, будто самая богатая искусством площадь в мире. Иван Цветаев провожает императора до автомобиля. Музея изящных искусств государю по переулку буквально минуту ехать до дома Сергея Щукина. Его частная галерея уже 4 года открыта для посетителей. Но туда царский визит непредставим. Это объявляло бы государственным вкусом Гогена, Пикассо, Матисса. Огромный разговор Матисс закончил после поездки в Россию. В картине видят влияние русских икон. Вон, себя художник написал длинным, узким, плоским силуэтом, будто собственные мощи, одетые в полосатую пижаму. За глубокий синий цвет Щукин называл разговор византийской эмалью, купил картину еще до ее завершения, повесил на торцевой стене своей столовой. Теперь она в Эрмитаже. Жена Амели в своем обычном халате. Спокойствие и гармония. В окне видны любимые Матиссом настурции, дорожка и мастерская, где писался танец. Щукин получает разговор в Москву осенью 1913-го. Это последний мирный год, очень благополучный. И он же начало конца всей прежней европейской истории. Осенью 13-го хоронят Ивана Владимировича Цветаева. Четверть века он создавал музей и только год директорствовал. Могила Ивана Владимировича Цветаева на Ваганьковском кладбище. Заслуженный профессор, основатель Московского музея изобразительных искусств. Щукин и Морозов в сентябре 1913-го, как всегда, на осеннем салоне в Париже. И не знают, что это из последних их приобретений в коллекции, что на осенние салоны больше они не поедут, и самого осеннего салона в 1914 году уже не будет. Небывалая катастрофа, Первая мировая война, двумя фронтами разрезает Европу. Пополнять коллекции невозможно. Собрание Морозова останавливается на 278-й,
собрании Щукина на 264-й картине. Только телеграф еще связывает Москву с Парижем. Почта отказывается переводить деньги во Францию. Надеюсь послать, когда переводы восстановятся. Дружески, Серж Щукин. В России война приводит к двум революциям. В феврале 17-го в Петрограде свергают царя, в октябре – тех, кто сверг царя. В Москве большевики побеждают в ноябре, а в марте 18-го они переносят в первопрестольную столицу страны. Летом уезжает в эмиграцию Сергей Щукин. Через 3 месяца его коллекцию удостоят отдельного декрета о национализации. Художественная галерея Щукина представляет собой исключительное собрание великих европейских мастеров, по своей высокой художественной ценности имеет общегосударственное значение в деле народного просвещения. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Собрание Морозова национализируют другим ленинским постановлением в числе 3 крупнейших частных коллекций. Ивана Абрамовича даже назначат заместителем хранителя в собственном доме. Он выдержит на советской должности только неделю. После Брестского мира на Украине немцы. И поезда с Киевского, тогда Брянского вокзала Москвы, уходят как за границу. Щукин и Морозов не взяли с собой ни единой вещи их своих собраний. Как можно? Они же их собирали для Родины. Они даже новой власти предлагали свои коллекции для создания Национального музея в Кремле. Но у большевиков на Кремль свои планы. Поездами спасения называли эмигранты эшелоны на Киев. И последнее, что видели перед отъездом, ажурные своды из стекла и стали над перроном, проект инженера Шухова, как и стеклянные шуховские крыши над Цветаевским музеем изящных искусств на Волхонке и над особняком Морозова на Пречистенке.